Короче, слухи. Оксана Акиньшина решила взыскать крупную сумму долга у своего бывшего мужа, Арчила Геловани. В 2016 году актриса предоставила ему заем в размере 500 тысяч долларов под расписку, с условием возврата к январю 2017 года. Однако Геловани так и не вернул деньги, хотя в то время в семье царила идиллия, и у Акиньшины не было предположений, что он обманет ее. Спустя время после развода Арчил Геловани настоял на том, что их общие дети будут жить с ним. Однако, по информации, воспитанием детей в Грузии занимаются его родные, и Константин и Эмми редко видятся со своей матерью, Оксаной Акиньшиной. Зимой прошлого года, в попытке отомстить экс-супругу и компенсировать утрату детей, Оксана Акиньшина решила вспомнить о долге и потребовала у Арчила Геловани 500 тысяч долларов. На днях, после нескольких слушаний по делу, стороны подписали мировое соглашение. Арчил Викторович будет выплачивать задолженность наличными и по частям согласно графику, сообщил источник. Любите свою жизнь и подписывайтесь.